Да. Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Любовь Григорьевна. Я врач-акушер-гинеколог из Новосибирска. И мой путь в аюрведу начался с поиска целостного пути к здоровью человека. И с другой стороны, занимаясь научными исследованиями, я пришла к пониманию того, что то, к чему наука приходит сейчас, аюрведа уже эти ответы имеет. То есть аюрведа — это наука, которая опытным путем нашла наиболее эффективные подходы к лечению человека, но опять же с точки зрения не отдельного узкого взгляда, а очень глубокого, такого глобального, целостного. И это важно очень, потому что современная медицина, она не дает человеку умереть и развивается в этом направлении. А аюрведа дает вопросы, ответы на вопросы, как быть здоровым и как уйти от болезни к здоровью, к нормальному здоровью, и дальше к совершенственному здоровью. Вот. И в этом мне повезло побывать на таком семинаре доктора Намби. И я, конечно, очень счастлива этому, потому что мы находимся в такой чудесной атмосфере, где знания как будто открыты. То есть как будто ты всегда вот занималась аюрведой, ты знаешь о ней все. И то есть вот само погружение в атмосферу уже дает возможность хорошего, глубокого погружения в канал аюрведы. И очень важным моментом является то, что вот доктор Намби и наши преподаватели это потомки древних родов, те, которые еще остались в Индии, которые являются носителями, то есть имеют прямую передачу. И они воспитывались с детства. Это врачи, которые воспитывались с детства. И посмотреть на такого доктора — это очень для меня очень значимо, потому что они обладают очень острым умом, они обладают глубоким знанием. И потому что, чтобы стать профессионалом в этой области, конечно, нужно много лет. И они уже становятся такими профессионалами, начиная в 30 лет, это уже начинают обучаться там с 4, 6, 9 лет. И в 30 это уже специалист очень глубокого уровня, очень высокого уровня. И, конечно, для меня это было тоже важно. Поэтому я надеюсь, что то, что я получила здесь, я смогу этим делиться со своими пациентами. И для меня моя картина видения, она благодаря этим знаниям очень сильно расширилась. И, наверное, еще один такой важный момент обучения, что здесь нет искажений, то есть мы получаем знания от носителей, то есть вот нет искажения информации. И для меня это очень важно. То есть есть структура, есть носители, и есть вот этот чистый поток, в котором мы с вами находимся. Всем благодарю.